сценах, в принципе, если у нас есть соло, мы должны видеть, что у вас есть с собой какой-то инструмент. Можете к нам присоединяться. Мы вас поддержим. Thank you.
Спасибо. Первый песни, которые мы сыграли, я написал очень давно. Первый называлась Сева. Это не имя, это санскритское имя. Второе, вторая композиция называлась From Chicago to Moscow. Теперь мы сыграем что-нибудь. We don't know.
Продолжаем
Еще пару сюрпризов, песни, которые мы еще ни разу не играли. Вообще, чувак, первый раз. Кто это? Сюрприз. Спасибо, Владимир. I said, I'm gonna
Он сейчас звучит старым. Кто не знает? Друзья, кто не знает? Можно поаплодировать, ребят. Спасибо. Еще один экспромт.
Я бы хотел сейчас немножко рассказать про следующую песню. В прошлом году я был в Лос-Анджелесе и познакомился с очень классным басистом, его зовут Майкл Лик. Одну из его пьес мы сейчас сыграем. Thank you.
есть ее африканскую фамилию. Она нас каждый раз учит, но там так много звуков. Тут такое очень важное стратегическое для клуба объявление, посвященное не 8 марта, а девушкам. Такая просьба. Все девушки, не ходите в женский туалет, потому что там что-то очень страшное происходит. Знаете, у нас, в принципе, должна была быть последняя песня, но пришло в голову спеть одну песенку, которую мы тоже не пели еще ни разу. Практически в первую очередь, да. Thank you.
Эту песню, не песню, а центральную композицию следующую мы сыграем, посвящаю кинокомпании «Союз мультфильм». Thank you.
У нас в зале присутствует замечательный барабанщик Крис Коман. Крис, welcome to the stage. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Все, кто знает песню, подливайте. Thank you.
спасибо огромное, что вы пришли сегодня. Мы были рады всех вас видеть. Спасибо огромное. Ну и, конечно, спасибо всем этим музыкантам, потрясающей команде, которая работает для вас на сцене. Давайте аплодируем специально для них. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Крис Коман.